техники. Они нашли способ выносить из торгового зала мелкий товар в обход системы безопасности. Но при этом несколько раз попали в объектив камеры видеонаблюдения. На этих кадрах видно, как трое молодых людей прогуливаются по магазину и, улучив момент, когда поблизости нет никого из персонала, складывают в сумку несколько коробок с электронными гаджетами. И выходят, не расплатившись за товар. Если вам что-либо известно о людях, которых вы видите на экране, просьба сообщить в полицию. 24-25 ноября 2013 года неизвестными лицами совершена кража электронной техники в трех магазинах, расположенных в центре города. Данный факт зафиксирован в видеокамерах наружного наблюдения. Кто опознал данных лиц, прошу сообщить в отдел полиции Ипеева или позвонить анонимно по телефону 052.